Так, всем здравствуйте. Сегодня хочу показать и рассказать, как я кормлю кур несушек, как зерносмесь им делаю. Вот зерносмесь у меня бочка. Вот такая вот. Состоит она из ячмень, овес, пшеница, горох. Ну, иногда кукурузу добавляю. Сейчас у нас дорогая кукуруза. Не покупаю. Так. В общем, если вот на ведро рассчитывать, обычное ведро там 10-12 литров, беру три части пшеницы, три ячменя, три овса и где-то килограмм-два гороха. Разорались. Все перемешиваю, получается такая зерносмесь. Горох обязателен курам, это белок растительного происхождения. Также надо добавлять белок животного происхождения. Это там можно мясо-костную муку, рыбную муку. Так, сейчас вот как раз курочек хочу. Вот у них насыпаю раз в неделю полное корыто зерносмеси. Едят. Отлично. Несутся тоже хорошо. Без белка куры не будут нестись. Можно там жмыхи всякие добавлять, шроты. Что есть, мясо варить там. Всякие молочные продукты, ну, чтобы белок был. И кальций обязательно. Это песочек, либо ракушка. Ну, и вот даю всякие там эти витаминчики. Натуральные. Капустка сейчас. Беру листья на оптовом рынке бесплатно. Там по мешку, по два в неделю, как проезжаю мимо, забираю. Куры несутся. Комбикорм вообще не даю. Ушел от него, потому что покупаешь комбикорм, навоза больше, чем это. Съели они, потому что одни отруби. Сейчас кормлю только зерносмесью. Мешенки два раза в неделю. Мешенки варю, это все очистки собираю, что есть. Там на бульонах, на жире говяжьем тоже беру, там по 10 рублей килограмм. Куры прекрасно несутся без комбикорма. Сейчас вот капустку едят, он дал. И зерносмесь насыпал, чистая водичка. Песок, ракушка и мешенка. Больше ничего не надо. Вот как-то так. Всем всего хорошего. Подписываемся на канал, ставим лайки.